С нового учебного года многим ивановским школьникам и учиться предстоит по-новому. В образовательных учреждениях города вводятся современные государственные образовательные стандарты. Изменения коснутся среднего и старшего звена. В средней школе вводится второй иностранный язык. Его будут изучать с 5 класса и вводить в программу постепенно. В этом году в 5 классах, со следующего в 5 и 6 и так далее. При этом у школ останется право выбора. Какой язык эта школа должна согласовать? Значит, какой язык школа должна согласовать с родителями? И в каком объеме, сколько часов в неделю, как будет этот курс растянут, или с 5 по 6 его сделают, или с 6 класса он будет преподаваться, это решает школа. Также большую роль в этом играют, конечно, и кадры. Какие кадры в школе есть, какие учителя, какого иностранного языка есть и как подготовлены. Старшая школа становится профильной. Из 5 предложенных программ – естественно-научной, гуманитарной, социально-экономической, технологической или универсальной – ученику предстоит выбрать одну. Таким образом, можно будет сосредоточиться на профильном предмете и пренебречь необязательными. Федеральный государственный образовательный стандарт отдает на откуп школы вот эту расчасовку. Если раньше у нас было жесткое количество часов, например, математика 5 и ни капли меньше, то сегодня в ГОС диктует нам только результаты, которые ребята должны достигнуть, закончив определенный уровень образования. Все базовые знания дети получают на выходе из 9 класса. Экзамен ОГЭ – это основной государственный экзамен, тот, который говорит, что все предметы, которые есть в общеобразовательной школе, ребенок освоил. А вот дальше, действительно, при переходе в 10 класс, количество предметов ограничивается 11-12. 12-й предмет появился тогда, когда ввели обязательную астрономию в старшую школу. И вот здесь ребенок уже выбирает только те предметы, в которые ему действительно надо углубиться. В 33-м лицее внедрять программу начали еще год назад. Так как мы являемся пилотом, 10 класс у нас уже в прошлом году начали учиться, в этом году они переходят в 11 класс. То есть мы в прошлом году написали уже образовательную программу, новую по федеральным государственным образовательным стандартам. В этой образовательной программе у нас реализуется технологический профиль, который является предвестником инженерного образования в школе. В этом технологическом профиле у нас рассматриваются на углубленном уровне 3 предмета – математика, информатика и физика. 3-4 предмета школьник изучает на углубленном уровне и еще по одному из каждой предметной области. За первый год новая образовательная система зарекомендовала себя хорошо. Педагоги уверены, именно за профильным образованием будущее. Дети действительно уже ориентированы и мотивированы на сдачу ЕГЭ, это для них очень важно. И терять, пусть даже лишний час в своем учебном времени и час на подготовку домашнего задания, потому что требования сохраняются к выполнению домашнего задания, это 2 часа из жизни ребенка. И, наверное, важнее эти 2 часа отдать ему для подготовки, для поступления в ВУЗ. В этом году в пилотном режиме на новые стандарты перейдут старшеклассники 5 ивановских школ. Со следующего к ним присоединятся остальные. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.